Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу продолжить тему от лечения пчелами, вернее лечения ядом пчел. Вот он, как я говорил, уже на себе проверяю. У меня болела рука вот здесь вот, не знаю, рука, что здесь болело. В общем, в суставе, может, жила, в общем, здесь вот чувствовал боль при разжимании и напряжении руки. Вот, прошел я так по 20 пчелок и оставил 10 дней эти ужаления. Ставил вдоль руки, как-то точечно здесь, потом здесь. Ну, то есть вот как-то вот так вот всю руку обкалывал. Спустя 10 дней я, наверное, на 11 день забыл вообще про руку. И 2 недели я не вспоминал. То есть у меня абсолютно ничего не болело. Рука. То есть, как говорится, я люблю на себе все проверять. Вот еще одна бесплатно ужалила. Вот, проверил. Но спустя 2 недели, ну, опять ощущаются какие-то такие боли. То есть, решил повторить. Вот сегодня опять посадил 20 пчел более точечно здесь. Ну, и что я хочу сказать, что, в принципе, это помогает. Но, может, у меня нет никакой системы такой. Я вот как думаю, так и делаю ужаление. То есть это же получается целая наука, наверное, целое искусство вот этим вот заниматься, лечением яда пчел. Вот. И что еще хотелось сказать? Что пробуйте. Ну, конечно, я не аллергичен, поэтому, наверное, у меня это все как-то более, можно сказать, мягко протекает, чем у кого-то. Ну, можно начать с более малых объемов пчел. Но я убедился в том, что, в принципе, это помогает. Вот, кто бы мне еще, конечно, в спину пчел посадил, но таких, как говорится, людей из знакомых у меня пока нет. Они все как-то боязно боятся, что ли. Ну, боятся пчел, там кто-то аллергичен, поэтому вот приходится вот как могу, допустим, себе в руку посадил, потом взял, посадил себе в спину. Вот такие вот дела. В принципе, что если у вас нет аллергии, то обращайтесь к пчеловодам, это может помочь вам в суставных болях. Вот, я слышал, что это еще как бы спасает от венеротоза, то есть если у кого-то большое выделение вен на ногах. Часто это бывает у женщин, возможно, даже с избыточным весом после родов. Ну, конечно, эта процедура очень болезненная, сразу скажу. То есть, ну, в принципе, ничего, никакого лечения, там, хирургическое мешание, тоже все это больно. И больно, но если это помогает, то, в принципе, ну и пчелок жалко, но если это помогает, то почему не попробовать все то, что, в принципе, нам помогает. Так что обращайтесь к пчеловодам, лечитесь пчелопродуктами. Все это проверено уже, как говорится, тысячелетиями, что это помогает. Будьте здоровы, счастливы, всего вам хорошего. Пока.